Хотели меня видеть, сэр? Мендоза, присаживайся. У меня есть для вас кое-что новенькое. Расслабься. Он не собирается тебя на перекресток ставить. Ну, пока нет. Итак, Лео, наш хороший друг. Он рассказал нам все, что знал, и ушел. Я думал, он приходил просить защиты. Расскажи Нику, от чего Лео отказался. Посылки с наркотой. Да ну, ерунда все это. Самолет наверх, посылки вниз, болтых в болото. И покажи ему. Рыбацкая карта. Чья это операция? Одного гада по имени Реми Нельц. 2 года назад этот Нельц был никем, просто точкой на радаре. А теперь он руководит целой операцией, куда подрядили Тайсона Лэтчфорда. Прямо человек-амбиция. Именно. Я хочу, чтобы вы наведались в это болото под названием Национальный парк и узнали, насколько он амбициозен. Сэр, зачем Лео стучать на своего босса, а потом придавать это огласке? Лео сказал, что он больше не чувствует себя защищенным среди копов. Мы все обсудили. Мендоза, останься на минутку. Есть, сэр. Вспыльчивая у тебя напарница. Она верит в то, что делает, сэр. Хороший ответ. Присядь-ка, сынок. Слушай, возникнут жалобы по поводу Элмор. Превышение полномочий и прочее. Не волнуйся насчет этого. Я разберусь. Благодарю, сэр. Мы очень признательны. Как твоя мама поживает, детектив? В смысле, капитан? Я уверен, что она через многое прошла, вытаскивая тебя с Кубы. Ты бы не стал детективом в свое время, если бы тебя тщательно не проверили. И тебе нужно было много всего проверить. Сэр, я... Да нормально все. Я знаю, каково это, когда отец полудурок. Мне понадобилось много времени для самоопределения. Ты на верном пути, сынок. Продолжай в том же духе. Боже, на карте Лео все перепутано. Масштаб совсем другой, но... Думаю, это здесь. Лео просто отдал эту карту Доузу. Взял и отдал. Передал какую-то поганую карту. Да, но зачем она им? Я не могу этого понять. На него определенно кто-то давит. Неважно, кто сбрасывает эти посылки. Лео хочет, чтобы мы узнали об этом. Так, есть неплохой шанс выследить их. Или как? Лео знает, что он закончил в Майами. Я думала, он уже налаживает производство метамфетамина в Айове. О чем ты думала, когда избивала его? Поведение Лео было вызывающим. И у нас могли возникнуть проблемы с отделом внутренних расследований. Наша крошка. Давай за ней. Нарки ведут посылки по радио. Видимо, число на карте Лео — это частота. Смотри-ка. Есть сигнал. Давай к посылке поближе. Я стрельну в нее дротиком. Потом их кто-нибудь заберет. Знаешь, когда гортели еще толкали наркоту через Майами, эти болота были забиты контрабандистами. Видимо, все возвращается на круги своя. Будем надеяться, что нет. Тогда парни из гортели отстреливали друг друга прямо на днях рождения своих детей. Ага, помню. Был еще ребенком в то время. Я видел такое. Кровь на тротуаре. И в буле с разорванной шеей. Как только твоей матери удавалось не путать тебя во все это? Наверное, прозвучит глупо. Она много работала и любила. Да, и правда глупо. Маменькин сынок. Ни за что бы не догадалась.
Отметила. Посмотрим, куда пойдет. У меня еще сигнал. Иди на борт. А в этой посылке килограммов 10. Американцы любят свою наркоту. Что-то мне подсказывает, что это непростая операция. Доуз бы не стал нас так просто сюда отправлять. Ну, допустим, картели снова прогоняют наркоту через мир. Ну зачем это? Наверное, мексиканцы перепуганы. Обычный контрабандист тюрьмы не боится, но глава ему дорога. Американцы все-таки любят свою наркоту. И, кстати, это круто, что Доуз поставил нас сюда. Ты же понимаешь? Ага. Проблема в том, что все это не очень-то законно. Да кому какое дело? Так веселее. Кстати, капитан Доуз в своей молодости был вообще безбашенным. Ага, наслышан про него. Просто работать так рискованно. Мой тебе совет. Хочешь порадовать капитана? Перестань церемониться. То есть вот так надо? По-сурову. Спать будешь на лету. Какой-то сигнал возле того парашюта. Остановлюсь возле дока. Тут полно аллигаторов. Я бы не стал так переживать. Они нас боятся больше, чем мы их.
Ладно. Живой? Ага. Мне спасибо скажи. Ага. Спасибо. Может, пойдем по следу? Боятся нас больше, чем мы. Давай просто выйдем на спокойствие. Придется подняться на ту платформу. Вот крюк. У спецназа одолжила. Когда-нибудь крюком пользовался? Не-а. Цепляй крюк за платформу. Нарки построили это? Это старые смотровые площадки. Для туристов. Ты в норме, Хай? Как твое плечо? Болит. Ужас как. На вот, канат тоже взяла. Подготовилась.